Так, лопатка! Сразу вспоминаешь. Лошадка, здесь лопатка. Здрасте. Не ожидали такого? А мы приперлись. Ой, тоже решил меня атаковать. Давай атакуй. Я весь твой. А ты куда так топишь-то? Куда топишь-то? Не топи. Бой лопат. Беда, беда, беда. Ну что, считай, первая лопата готова практически. Чувак, много накопал-то, кстати. Сейчас посмотрим. Первый лопат готов. Давай, рассказывай. Чем ты нас тут порадуешь? Так, ледик, лед. Нифига себе, так много. А у меня сюда влезет? А, влезает, отлично. Если я не ошибаюсь, ее вот сюда наменять. На коробочке. Все, мне коробку... О, да, все, коробка упала. Слушайте, в том году, помнится, были какие-то еще коробки. То есть, вот такие и еще какие-то элитные коробки, типа, были, что ли. Что-то там вроде. Че нам тут упало-то? Какое говнище. Ой, мать. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. И че в итоге? Нападало. Так, коробка говно, коробка говно. Интересно, вот это вот. Это что? Модификатор урона. Это, кстати, прикольная штука. Это... Слушайте, ну не так и плохо. Ух ты, народочь-то. Ой, знакомые все ли... По-моему, мне сейчас звездюлей надают. Вот прямо... Чувствую, сейчас озвездюлюсь. Блин, они еще и накачивают друг друга. Ой-ой-ой-ой. Ну, что делать? Полетели обратно. Ребят, вы как? Лопат обижаете? Нет? Странно, не лочат. Ты смотри, они лопат не трогают. Какие вы зелечи, а? Какие вы моляти? Прям низкий поклон вам. Я уж думал, все, приплыли. А нет. Правильно, у них есть и поинтересней цели. А не какая-то сраная лопата. Не понял, подожди, чем я, гнойс лочит? Гнойс, ты зачем меня лочишь? Ты чё от меня хочешь? Ты меня бампать собираешься? Даже так? А ты центриков выдержишь?
Меня гнозис обижает. Бобо делает. Я, конечно, могу ему немножко напихать. Даже не немножко, а даже очень немножко. Сейчас подождем, пока центрики его хоть немножко продают. Он пассивный, похоже, по шелде. Да, чувак, а дальше проблема, да? Смотри, как тяжело идет. А что ж так тяжело идет-то? Почему так тяжело идет? Что делать-то будем, а? Что делать-то будем-то? Гнозис, алло. А давай теперь вот вдвоем поиграем. Дрончиков запустил? Запустил. Ну, давай. Чья комфо будет лучше? Моя или твоя? Эх, надо было немножко раньше его фигарить. Успею продавить, нет? А ты чё, куда ты собрался-то? Дорогой мой, а что, больно становится, да? Больно? Ой, как больно, правда? Да мне тоже больно, чувак. Ай-яй-яй, гнозис, как же так? Что ж такое-то, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай. Игнозису лицо сломали. Ну, нормально, хорошее кунг-фу получилось, чё. Чё у нас тут за гнозис такое был? Ай. Ну да, как я говорил, пассивный чисто. Ой, вот если бы не вот это, он, может быть, еще и выжил бы. Не свезло, не свезло. Беда, лопата. Вот позорище, а лопата заломала, блин, гнозис. Ну, по-моему, это точно хороший килосик. Можно и лайкосик за это поставить. А то вы что-то там вообще... Лайкосы вообще не ставим, народ. Стараюсь тут для вас, а вы там что-то как-то это... Жиднитесь. Так, отлично. У нас агры нету. Может быть, даже его не спугнем. Ну, с трактором. Господи, как же он долго варпает. Чё заломаем? Трактор, наверное, давай заломаем. Лед заберем у него. Или потом трактор заломать. Прокурор долго будет? А в крайнем случае сам к нам приедет из чего. А чем трактор ломать? В принципе, по-моему, без разницы, да? По-моему, без разницы.
Ой, он меня залочил, проснулся. Так, это я не понял, это чего, он меня там дрона что ли убивает? Он мне дронов тут убивает, нифига себе. Какой противный. Ну и пишешь мне тут в локале, нафига ты это делаешь? Ну явно не просто так. Ну давай, бой и кадзун. Трактор лутать чужой можно, почему нельзя? Кто сказал, что нельзя? Очень даже можно. Че-то он куда-то собрался ехать. К трактору, что ли, как раз сюда. Блин, как долго трактор-то убивается, когда у тебя небольшой ДПС. Да, по-моему, он ко мне сам едет.
Да-да-да, сам ползет. Я тут немножечко оставлю, чтобы потом побыстрее добить трактор этот. И сейчас сам к нему поползу. Кажется, он что-то заподозрил. Оттормаживается. Он хочет побыстрее до трактора доползти. Так сойдет. Ну а где этот самый-то? Не вижу. Где Лутецкий-то с него? А, он забрать, видимо, успел уже. Эх, слишком долго я держал это все дело. Ну ладно, тогда его залутаем, фигли делать. Ну, давай, еще чуть-чуть осталось-то. И Артём, лоу-лоу, конечно. Ничего рано тебе, прятик. Бит титан. Не, на этот раз не бит титан. Это в том году была битва титанов. А в этом точно нет.
Да, руды маловато. Дрона чё бы нет, давай. В хай-сек, прекрасно. Чё это? Ну, повесим, Даниль. Так, нафига вот эта нужна фигня? По-моему, она нафиг не нужна вообще. Товар из особых изданий. Да, оно нахрен не надо, по-хорошему. Так, с рудой нам не повезло, но у нас маловато руды. А ты смотри, что он сделал. Хотел, наверное, забросить туда. Но не успел. Поздно, 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 мужик. Надо было раньше. Что было вкусного у него, интересного? Да, у него по-хорошему-то льда-то две штучки было, они и выпали. А, вот две, он успел, походу, обменять. И сгорели, жаль. Не, а вот он. Успею, не успею я тебя зловить. Хеллоу, чувак! Мы снова встретились. А, нет, подожди, это Игорь какой-то. Игоря у нас не было. Ух, ни хрена себе, хаммеры. Ну-ка, дронов не будешь убивать, нет? Да, кто кому больше нанесет дамага? Куда это я? Чё ты такой покоцанный-то был, чувак? Где тебя так это поковыряли-то? Где-то его поковыряли малость. Плохая идея хаммерами. То, что здесь у нас уменьшается уменьшение теплового урона. А, нет, подожди, увеличивается ну, это увеличивает сопротивление кораблей термальному урону. А хаммеры термалом как раз стреляют. Так что это вот плохая реальная идея. Ну все, прощай. Чё сладенького? О! Руду привезли. Можно лететь обменять. У нас как раз хватает. Так, можно еще хаммеров забрать себе.